Инициативу Любови Балаговой провести международный фестиваль в Сочи поддержали в Министерстве культуры страны и в МИДе. Как считает президент фестиваля, этот конкурс будет способствовать интеграции российского кино в ключевую британскую, а также общеевропейскую и далее мировую кинокультуру. Мы создаем мост между Россией и Великобританией. Великобритания является ключевой европейской страной. И я считаю, что Россия и Великобритания являются ключевыми культурными странами мира. Планируется, что в конкурсных показах будут принимать участие полнометражные фильмы. Будет отобрано более 20 картин. Организаторы не исключают, что уже в следующем году в программу могут войти короткометражки или, например, документальные ленты. Отдельная программа предусмотрена и для сочинцев. Будут конкурсные показы конкурсных фильмов для жителей города Сочи в наших кинотеатрах. Мы хотим, чтобы такой особенный был этот проект и для наших горожан. Фестиваль пройдет с 10 по 16 декабря. Любовь Балагова уверена, что кинофестиваль в Сочи станет значительным вкладом в достижение важной цели – восстановление и укрепление культурных и экономических связей между Россией и Великобританией и другими странами Евросоюза. Победителям киносмотра будут вручать статуэтку Ириды – древнегреческой богини, разгоняющей облака и приносящей радугу. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.